Здравствуйте! Сегодня я вам покажу в видеообзоре небольшие сумочки для девочек. Они очень актуальны сейчас становятся в летний период времени, когда они все время ходят с собой, носят какие-то забавные вещи. Сумочка небольшая, буквально 20 сантиметров в длину. Вот такая вот, видите, раз. У каждой сумочки есть ручки. Ручки для подвешивания, точнее лямочка для подвешивания. Сейчас я найду ее. Вот так вот она выглядит. У этой сумки она отдельная. Мы расстегиваем здесь кнопочки, видите, да? И цепляем на замочек за колечко. Раз и два. Тогда эту сумочку можно носить через плечо. Туда можно сложить какие-то документики, может быть, даже денежку какую-то. Дети будут охотно брать их в лагерь с собой. В принципе, даже можно в школу носить как кошелечек. Это немножко другая сумочка. Смотрите, видите, вот здесь лямка такая, где поправляется длина ее с рюшечками. Вот есть такой фея, есть девушка из японского аниме и принцессочки. Все сумочки из плотной ткани, такой приятный на ощупь очень. Сейчас посмотрим, как они внутри у нас устроены. В общем, я думаю, ничего сложного, но тем не менее, всем захочется посмотреть. Вот так вот. Все, спасибо вам. Смотрите, заказывайте на сайте. До свидания.